Всем привет! Пришла за Мишей в школу, включила камеру показать, как здесь расчерчено для детей, чтобы соблюдали дистанцию. Вот. Вот это Мишуткина и Олежкина школа. От дома, из дома идти минуты 3. Сейчас думала, что включила камеру и не включила, представляете? Привет-привет всем, друзья! В общем, у нас время уже 5 вечера. Алексею говорю. Кто это мне звонит? Медицинский центр города Москвы мне звонит. В общем, Алексею говорю, иди уже за Мишуткой, у него там занятия скоро в спортшколе, через 5 минут закончатся. Иди за ребенком. А у него на ручках Тимошка сидел и говорит, я не могу, я кота глажу. Вот. Нас он закрыл на кухне с Тимошкой, сейчас покажу. С Тимошкой он закрыл на кухне. Тима, Тим, малыш, не пустил папа, да, тебя не пустил? Мы опять купили продукты, как будто только на унитаз работаем. Короче, у нас в коридоре стоят продукты, и перед тем, как Алексей пошел за Мишей, мы включили этот ультрафиолет, облучатель. Вот. И сейчас в спальне настежь окно открыли, в коридоре из спальни дверь открыли тоже. В общем, немножко проветрим, с Тимошкой посидим, чтобы у Тимошки шерсть последняя не выскочила. Да, Тима? Иди к маме. К маме идем? Тима! Кс-кс-кс. Идем. Обидели малыша? Обиделся, да? Не пустили тебя. Ну, сейчас пойдем, еще 10 минут посидим и пойдем с тобой, ладно? В общем, мы не пускаем Тимошку в коридор, пока работает ультрафиолет, а потом еще минут 10, пока проветриваем, не пускаем. Вот. Это мы так дезинфицируем продукты. Все лето, всю весну так дезинфицировали. И продолжаем сейчас для подстраховки тоже дезинфицировать. Сейчас покажу опять-таки. Сейчас пойду, кстати, голову помою. К мукбангу будем готовиться. Я тут очередную вкусняшку приготовила для вас. Будем снимать с Алексеем мукбанг для вас. Голову помою, посушу и сядем работать. Вот. А когда, наверное, сейчас голову помою, потом, наверное, разложу продукты, покажу вам, что купила. Опять купила все по акции. В общем, сейчас все увидите. Тимоша, пока нет. Пока нельзя, Тима. Не надо, зайчик. Там проветрится, мы с тобой потом пойдем. Тима, иди, мама тебя погладит. Идем? Папа ушел, мама тебя погладит. Пойдем? Идем, малыш. Иди к маме. Нет, обиделся. К папе хочешь? Сидит такой весь. Хаёсенький. Да, Тимка? Мяу, маленький, мяу, котик, давай к маме идем. Иди, маме ножки полоскай, давай, давай. Нет? Нет, передумал? Давай, давай. Идешь? Идешь маме ножки ласкать? Тима, ты здесь такой красивый? Красавчик. Спит мой ребеночек, спит. Отдыхай, мой сладкий, отдыхай, малыш. Итак, друзья, не прошло и дня, как у нас очередной обзор продуктов, покупки. Значит, смотрите, эта покупка нам обошлась в 2327 рублей 93 копейки. 93 копейки, по-моему, они не считают. Они списывают все, что копеечное, по-моему, могу ошибаться. Это магазин «Магнит у дома». Вот. Что-то не фокусирует. Ну ладно. Короче, 2327 рублей. Напишу в описании и в названии, сколько это долларов. Вот. А сейчас расскажу подробно про каждую вещь, которую мы купили, про каждый продукт. Значит, вообще, цель визита в данный магазин у меня была, чтобы купить сыр. Дома кончился сыр, ни одного кусочка нету, уже как 2 дня. Вот. Вчера мы были в Метро, но в Метро мы сыр никогда не покупаем, потому что меньше 600 рублей даже не подходи к сырам. Нету такой цены, там 590, может быть, 589, но вот
что-то около 600 рублей. Я считаю, что это для сыра дорого, смысла переплачивать не вижу, поэтому сыры мы покупаем либо по акции в Перекрестке, либо в этом, в Магните. Вот, накупила, значит, российский сыр, он такой довольно-таки твердый. Вот, я прощупываю всегда через пакет, бывает, что он такой мягкий-мягкий, мне такие сыры не нравятся, они плохо режутся, а здесь вот так прощупала, он вроде как твердый. Такой сыр стоит за килограмм 399 рублей, что удобно, он в вакууме и храниться может до 4 ноября аж. Ну, потихоньку-потихоньку съедим. То есть, мне не нравится в Перекрестке то, что мне привозят сразу. Там, если килограмм сыра, то это один большой кусок, уже открытый, без вакуума. И хочешь не хочешь, его нужно как можно быстрее съедать. А здесь в вакууме они у нас лежат, и мы потихоньку по одной штучке открываем, по одному кусочку, и потихоньку съедаем. Привет, Мишуси. Привет. Мишутка у нас с тренировки пришел. Где Олег? Как позанимался? Олег в комнате. Молодец. Там этот, меня поставили опять с этим Артемом. И что, победил ты его? Нет. Нет? Он же вот такой. Большой? Большой? Большой. Ну ничего, они тебя специально испытывают, знают, что ты маленький да удаленький, поэтому тебя со взрослыми ставят. Так, значит, смотрите, рассказываю дальше. Российский сыр у нас 399 рублей. Пошехонский сыр чуть-чуть дороже. Ну, я решила взять два кусочка. Нам он тоже нравится. 419 рублей за килограмм. Вот, здесь, получается, я 5 кусочков российского взяла и 2 кусочка пошехонского. Каждый кусочек примерно около 300-400 грамм. Вот так. 5 плюс 2 равно 7. Равно 7, да, Мишуча, молодец. Вот. Значит, дальше. Соль взяла не йодированную. По-моему, Женечка Концевая нам писала, что йодированная соль, от нее взрываются банки. Но я, хотя не планирую больше закатывать, но все равно взяла каменную, не йодированную. Такой соли у меня нет. Пусть будет. Укроп. Мишута, тихо, ты мешаешь. Укроп. У меня зелень, в принципе, есть. Много петрушки вчера купила в Метро, но больно понравилась мне ее свежесть. Она была по акции тоже, эта зелень. 39 рублей за 100 грамм. Помидоры. С помидорами получилась прям комедия. Я сначала взяла сливки, поскольку они всегда самые бюджетные, но когда мне на кассе сказали, что сливки стоят 100 рублей, я решила взять обычные вот эти вот помидорки, вот такие, и стоимость 69 рублей. Может быть, там с копейками, копейки я вам не называю, потому что не хочу, просто рубли называю. 69, может быть, 99, точно не знаю. Вот, сенсой марку не люблю, но вот нори мы никогда не пробовали, сенсой решила попробовать, потому что васаби нам нравится, соевый соус нам не нравится, фунчоза из-за дороговизны нам не нравится, а вот нори, в принципе, такая цена на все нори, здесь 10 листов, 28 грамм, 179 рублей. Взяла попробовать. Мы суши-роллы катаем, когда роллы-роллы катаем, используем мы эти, короче, эти нори. Вот. Бананы. Бананы желтые, без черных пятнышек особых, 49 рублей за килограмм. Яйца S нулевые, то есть это самая отборная, самая крупная категория, 52 рубля. Дальше. Что-то тут пишут. Ветчина. Ладно. Вместе вкуснее. Сосиски и ветчину рекламируют. Дальше у нас бекон был по акции. Положу в морозилку, потом покажу вам рецептик один вкусненький. Дальше у нас лук. Лук у меня еще не кончился, но в Магните мне нравится, что он 100 одежек имеет. И все без застежек, да? Ну, то есть он такой весь одетый, голеньких луковиц нету. И он весь полностью сухой. И лук, когда я выбираю, я обязательно вот так прощупываю головку. Если она не проминается, то лук хороший. Вот этот лук, именно тот, который я люблю, он идеальный. 18 рублей за килограмм. Я решила докупить, чтобы лежало с запасом. Дальше. Редьку-дайкон купила, чтобы лагман готовить. 94 рубля за килограмм. А лук 18 рублей за килограмм. Потом вот такую колбасу мы брали, вот такие сардельки в Лазаревском. Нам понравились. Я решила купить, попробовать. Гостовская вот такая колбаса докторская, 109 рублей. Здесь полкилограмма.
И вот эти вот молочки, а вот это не молочка, кстати, вот это грузинское саперави, Алексей почитал, и производитель именно Тбилиси, то есть Грузия. По акции была бутылочка 369 рублей, решили купить. И молочку я взяла по акции. Вот этот кефир надо прямо сегодня выпить, потому что завтра заканчивается срок годности. Сегодня у нас на момент съемки 12 октября. Вот, 50% скидка на него была 21 рубль. Литр кефира. Литр кефира, процент 3,2%. Потом вот этот 16 октября заканчивается срок годности, но тоже, видите, со скидкой был йогурт 17 рублей. Здесь пол-литра. Вкуснотеево здесь 750 миллилитров, 49,90, скорее всего, тоже до 16 октября. Дальше, вот это купила деткам, здесь у нас срок годности до 24 октября, самый большой срок годности. И тоже со скидкой был йогурт такой, по 27 рублей. Вот такие покупки. Вот так я сходила в магазин за сыром. Яйца у нас были, нам не нужны были, я их докупила, чтобы с запасом лежали. Молочку прикупила, в общем... А, еще нам на такую сумму, когда покупаешь, можно я сниму, не будешь мешать ты? А еще, когда на такую сумму, у нас получилась сумма 2300 рублей, покупаешь продукты, дают, вот смотрите, вот такие игрушки-скрепыши. Мишутка очень-очень их любит, он просто счастлив. Вот, сейчас ему все отдам, он откроет и посмотрит, попались ли ему повторки или нет. Да? Покажи, как ты счастлив. Ура! Держи. Что сказать надо? Сейчас Миша вам распакует, покажет. Не повторка. Не повторка? Ух ты! А это львенок, да, какой-то из мультика? Угу. Вот такой вот скрепыш попался. Мишутки? Повторка? Нет. Видите, какой счастливый ребенок. Микки Маус. Повторка. Повторка? Маме давай. Да. Это я люблю какашки. К деньгам. Вот такая модная какашка. Еще одна новая. Новая? Ой, какая ты девчушечка, смотрите. Это, по-моему, из мультика «Снежная королева». Mm. Опять она. «Снежная королева»? Ну, Юлиане подари. Все, короче, три неповторки и две повторки у Миши. Вот это он Юлиане подарит, а вот это он маме подарит. А сейчас я вам покажу из предыдущей серии какашки. Я тоже собирала повторные. Вот, в предыдущей серии они прям некрасивые. Ну, такие. Они такие, какие должны быть. Вот. А в этой серии, посмотрите, какие какашки. Красавчики. Видите, я люблю. У меня даже брелок есть на сумке. Сейчас покажу. Ой, бадыщ. Вот. Видите? Нет. Вот. Какашки к деньгам, пусть будут. Так что это еще одна, это еще один скрепыш в мамину коллекцию, вот так. А еще я обожаю, кто еще не знает, эти смайлики. Вот это вот мягкая такая игрушечка, брелочек. Так, а вот здесь скрепыши у меня эти. Смайлики тоже, я их обожаю, эти смайлики. А зачем тебе морозить? Морозец, не знаю, забери, у меня не было его. Кто-то мне присобачил. И вот этого не было. Короче, вот у меня здесь 4 смайлика. А, это, наверное, папа петлей. Вот. В общем, ты счастлив, ребенок? Угу. Я рада. Сейчас пойду, наверное, найду свою коллекцию скрепышей. Угу. И пойди, пожалуйста, математику делай, ладно, сынок? Уроки. Давай. В общем, а я сейчас все... Сейчас дам что-нибудь на полник. А я сейчас все затарю в холодильник, и мы будем с Алексеем готовить мукбанг. А, ну а видео буду заканчивать. Если видео понравилось, Миш, покажи, что надо зрителям поставить.
Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. Также пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться, читать ваши комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.